Вот вы и вдвоем собрались. Одногруппнички. Вот тут-то, блядь, не спиздит никто из вас, блядь. Славик, за что Витю выгнали с учаги? Из-за того, что двоечники. Из-за того, что двое. А ты успевал? Я? Да. Ну да. Он нет, он учился и на тройке. Я закончил училище, у меня одна тройка. Ну, с Остык с тобой же до конца я учился. А почему ж ты, блядь, хуи пинал? А потому что я дебил, ёпта, по жизни, я не умел учиться, у меня было по двойке, ёпта, каждый. Я не это какое, не дам забыть, помнишь, мы это, хренотень, плитку, это какое, ложили, блядь. Где ж она находилась-то, ёпта, хуй его знает, ёпта, блядь. Ну, в ебенях, короче, родно. Ну понятно, родной, блядь, только вот непонятно, почему вот, Слав, ты хорошо учился и как бы обычный человек, а вот Витя дурак дураком был, а сейчас бизнесом занимается, вон, блядь. Смотри. Каким нахуй бизнесом? Одет цивильно, блядь, а ты как, блин, с улицы, блядь, обычный чувак, а Витя, вон, блядь. Плащ из голландской коллекции, галстук, блядь, за штуку баксов, приехал на Субару. Выпендрится. А у тебя лобзик, блядь, в рюкзаке. Чё за хуйня, Вить, как так получилось? Да ну, хорош тебе, ёпты. Я его помню еще, когда мы учились, был, блядь, Додик, ну, помнишь, ёпты, вот. Он-то это, как его, ну, в одной кентовке с тобой был, ёпты. Вот. Дудик помер. Ну, он сторчался. Видал, Витёк по моде, без носков ходит. Без носок. Без носок ходит по моде. Дудик тут, да. Ну, а какой у вас там прикольный случай был в школе, в учаге? Расскажите, как вместе хоть там, блядь, что-нибудь чудили, нет? У нас был один, ёпта, дебил. Я помню, ёпта, мы это как, ну как, друзьями были все. А помнишь Захар, ёпта, такой? Ну, конечно, помню. Ну, бестолочь, ёпта. Ну, у него шизофрения. Вот, и он... Музыкант. Да. Как у него хруп-то, пистолет, что ли, назывался, ёпта. Я не знаю. 36-й в школе, ёпта. 36-й в школе, да, там они там помещение репетировали. А мы тогда пьяные завалили вообще, там, переломали все, блин. Этот, блин, барабан проткнул вот так вот. Так. Нихуя. Этот провода все порвал, блин. Вить, а ты вот по музыке волок, да, в то время, да? Нет, я тебе умоляю, ёпта. А вот это... Где я, где музыка? Нет. Ну, а вот это вот твоя группа Корбит. А, Корбит, это когда мы пришли... Я помню, ты прекрасно знаешь, ёпта, родник ты мой, вот, ну вот, группу Скелп. Ну да, помню. Прекрасно знаешь, вот, они, и мы, это как уходили, Бог, покойник, царство небесное, вот, и у нас была, ну вот, в смысле, дали. Вот, как она называется-то, ебать того мента, музыкальная школа, ёпта, вот, и вот, дали Бог еще покойник, царство небесное, ёпта, вот, давали этого хренотень, ёпта. Кого, Корбит, что ли? Ну, вот, когда Корбит был, ёпта, крематорий. А, как же, ёпта, Корбит это, крематорий реабилитации безобразно искаженного трупа, ёпта, вот. О, блядь, нихуя себе. О, это ты выдумал. Нет, Корбит был, она такая группа. Залп какие-то там проститутки. У Рэмбо залп, у тебя Корбит. Ну а записи есть Корбита? Так ты сам, ёпта, его это какого выкладывал? Да я имел того времени, когда была. Да ну, я тебя умолил, где я, где Корбит. Где я, где Корбит, блядь. Это вообще пиздец, Витя, блядь. На каком ты музыкальном инструменте умеешь играть, Витя? На гитаре, ёпта, то по струнам, то по яйцам, ёпта. Ну, я понял тебя, блядь.